Очень рада, что мы собрались, несмотря на то, что, в общем, такое удаленное место. Очень жаль, что не очень много нас. Но я так понимаю, что это самые активные жители нашего района. Вот из этой исторической справки, которая сейчас вам была представлена, становится понятно, что наш район не просто жемчужина Москвы с такой давней и славной историей. Становится понятно, что оно развивается. Вы прекрасно знаете, что эти пятиэтажки сейчас будут сноситься, будут современные новые дома вместо них, и наши жители будут получать прекрасные современные квартиры. Дворы станут чище, просторнее, машин станет меньше, а уютных зеленых зон, которые и сейчас у нас в районе есть, станет еще больше. И я очень рада, что преображение нашего района принимают участие не только депутаты, но и активные жители.